Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 610. Для чисел А и Б выполняется равенство. 5 минус А равняется Б. С помощью циркуля отметьте на координатном луче число А плюс Б. Дан рисунок 62. Запишем сначала равенство. Итак, 5 минус А равняется Б. Давайте найдем, чему равняется 5. Уменьшаемое, чтобы найти, надо к разности прибавить вычитаемое. То есть А плюс Б равняется 5. Чтобы нам отметить на координатном луче число А плюс Б, а оно равняется 5, надо отложить 5 единичных отрезков. Итак, с помощью циркуля ставим ножку циркуля в точку 0. И раствором циркуля делаем засечку там, где единица. А теперь нам, не меняя раствор циркуля, надо отложить еще 4 таких единичных отрезков. Сначала ножку циркуля ставим в единичку и откладываем единичный отрезок, не меняя раствор циркуля. Потом ножку циркуля ставим в нашу засечку и опять делаем точно такую же засечку. Дальше еще раз ножку циркуля и откладываем точно такую же засечку. И последнюю засечку делаем ножку циркуля и откладываем точно такую же засечку. Мы получили число А плюс Б. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.